Стихийные мусорные свалки в черте города, наконец, вызвали обеспокоенность чиновников. Обсудить ситуацию они собрались за круглым столом совместно с депутатами городской думы и представителями управляющих компаний. Как отметил глава города Вячеслав Сверчков, главное в решении проблемы – перестать перекидывать ответственность друг на друга и выработать единую стратегию. Не самоцель, наверное, сегодня будет нам тыкать друг на друга пальцами, да, и говорить, кто виноват. Хотя наверняка у каждого из вас сложилось свое точку зрения. Мы это видим, обсуждение этого вопроса и в социальных сетях иногда, когда у нас уже высокопоставленные чиновники друг на друга начинают кивать пальцами, это уже даже некрасиво выглядит. Но я убежден, что решение вопроса, безусловно, есть. Обычно стихийные свалки возникают вблизи частного сектора, где жители не хотят заключать договор с управляющей компанией и платить за вывоз ТБО. Мусоровозы профильных компаний просто не справляются с большим количеством бытовых отходов. Законодательно уборкой таких завалов должна заниматься городская администрация. В ходе обсуждения варианты решения проблемы возникали самые разные. А если из этой свалки на этом месте, ну, благоустроить это место, цветник сделать, ну, на цветник не будут валить. И мы тогда просто получим вместо свалки цветник, и у нас будут уменьшаться свалки, увеличиваться цветники. Идею признали интересной, но решили зайти с другой стороны. Депутаты будут настаивать на принятии федеральных нормативов, согласно которым жители частного сектора будут обязаны заключать договоры с управляющими компаниями на вывоз мусора. Кроме того, будут увеличены нормативы для профильных компаний на количество ввозимых отходов. Коммунальщики смогут утилизировать большие объемы ТБО. Но в таком случае населению за вывоз мусора также придется платить больше. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.